Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Делаем очередную обзорчик на бесплатку. Вот сейчас покажем, что нам дали. Съездили сегодня на бесплатку. Идет такое, называется хлебный такой стаффин микс. Это обычно засовывается в индюшку, когда они готовят. Но видите, они ее и так приготовляют и как на гарнир, что ли, используют. Ну, это такое как бы из хлеба сделано. Вот, это у нас арахисовая паста. Вот, потом у нас здесь туалетная бумажка, бумага, рулончик. И здесь какие-то посыпушки, видимо, для украшения. Ага, сахарная такая посыпушечка. Сейчас вот мы здесь фасоли разные понадавали. Вот такая называется Pinto Beans. Такой вот именно зеленый горох такой. Фасоль, наверное, это больше. Угу. И сказано, соль не добавлена. Такие, в общем, баночки понадавали. Что здесь еще нам дали? Это такие порезанные тоже без соли помидоры в баночках таких железных. Такие сухие завтраки с корицей такой в баночках. Сюда молока добавляешь. И сухой завтрак такой. Перекусы. Клубничное варенье. Баночка такая. Здесь сколько у нас? 454 грамма. Вот. Тоже еще такой сухой завтрак с корицей. Еще такой. Это у нас такой длинненький рис. Еще такой сухой завтрак. Ну, здесь у нас еще фасоли. Pinto beans какой-то. Видимо, с какой-то поливкой идет. Это у нас тунец в воде. Такая рыбка. Так, это у нас овсяная каша такая расфасованная. Здесь у нас какие-то сладости со страшилками, орешки какие-то. Еще помидоры такие порезанные. Это у нас куриный бульон. Фасоль такая зеленая. Еще вот эта вот рыбка в водичке. Это такая поливочка на индюшку. Ну, или можно на любое мясо, там, на картошечку он поливать. Нутелла, такие печеньки. И там шоколадная такая помазка. Вот. И такие спагетти, упаковочка. Так, здесь у нас мешочек с овощами. Здесь у нас вот 4 большие такой картофелины. 2 этих лука. 1 огурчик. И такие упаковочки со свежими такими овощами. Это брюссельская капуста. Это морковочка такими крупно порезанная такими брусками. Упаковка. И это белая капуста такая цветная. Дали такую упаковочку кофе растворимая. Такой мешочек. Но я думаю, это именно варить надо, которое кофе. Такие 4 баночки напитка такого, лимонада без сахара, которая 4 баночки. Упаковка такого мяса. Это у нас куриная грудка, филе замороженное. Это у нас гуакамоле. Это с авокадо сделана такая, как бы намазовка. Ему можно и с хлебушком кушать, и с овощами можно кушать. Это у нас крем-чиз. Это как бы сырная такая намазывалка. Еще у нас суп вот этот вот куриный. Не суп, а бульон. И у нас здесь 6 яиц. Упаковочка из 6 яиц. Дали такой хороший хлеб. Это такой немножечко с кислой как бы закваски такой. Вот это очень дорогой хлеб. Дали еще одну такую упаковочку, как я показывала. Как бы хлебная такая. Ну, как на гарнир она у них идет. И с вот такой вот подливкой. Помимо дали еще такую упаковку с булочками и сладости такую упаковку. Сладкие булочки такие.
Здесь мешочек со свежими фруктами и овощами. Здесь у нас апельсинки, яблоко, груши и такой авокадо. Вот такой вот мешочек. Потом у нас здесь целлофановый, ну, такой пакетик с капустой такой разной. Салат. Порезанный тоже салат такой. Еще арахисовое такое масло. И еще фасоль вот эта зеленая. Также еда для собаки. Потом можно было там взять что-нибудь со стола. Два на выбор. Вот взяли кофе растворимое такое. И открытки на Рождество. 10 открыточек с этими конвертиками. И сказали, если у вас дети или если у вас животные есть, можно было им выбирать подарки. Вот такой подарочек дали для собачки. А если бы дети, то для детей. Вот. Вот такую у нас бесплаточку мы сегодня получили. Я считаю, что неплохо. Здесь и мяско есть, вот, и овощи есть. Я считаю, что очень хорошо. Вот эту вот именно бесплатку можно получать раз в 21 день. Это под запись. Приходишь, свои документы показываешь и получаешь. Я считаю, что неплохо. Овощи, фрукты все очень хорошие. Салаты все очень хорошие. Я считаю, что всего, что надо, необходимое есть. Что мы с этим будем делать, вы можете посмотреть в описании, почитать, я повторяться не буду. Вот, ну, в общем, съездили на очередную бесплатку. Если вы живете здесь в Сакраменто, я также поставлю локацию, где вы можете тоже себе это взять. Ну, все, пока-пока, до новых встреч!